Ну что сказать? Вот и закончилось 21 сентября. То есть пошел первый день 67-го года. Как-то неожиданно все это, знаете, не осознается. А потом так только трах-бах, ёкарный бабай, да тут уже еще немножечко, и уже 70 лет, а ты еще тягаешь, вот, после всех этих застолий, особо я уже, правда, и не ел, после юбилея жены 60 лет, которая также не ожидала. Все вспоминала, вот у папы было 60 лет, а мне было там 30 или меньше. И вот на тебе, теперь вот такие вот даты. Ну что делать? Я бы не сказал, что я как-то сейчас занимаюсь вот именно сегодня с охотой. Хотя я просто-напросто, знаете, что понял... Тренинг хорош постоянством. Я это знал, конечно, давно, эту истину, но вот решил не пропускать. Я думаю, дай-ка я позанимаюсь. Ну, что можно сказать? Тем не менее, прирост силы есть, но самое важное, вот я смотрю на себя, тут упираюсь. То есть еще есть порох в пороховицах, ягоды есть в ягодицах. То есть какое-то желание упереться, позаниматься. Хоть, знаете, как-то уже, скажу честно и откровенно, уже какого-то такого осмысления, зачем ты это делаешь, для чего делаешь, то есть вот эти все мотивации, чтобы там мышцы больше были, еще что-то, как-то все это, знаете, растворилось вот в какой-то уже обыденности, не знаю, вот как бы сказать, что, мол, уже как-то сама жизнь, что ли, приелась, вот такое, какие-то ощущения возникают. Но, тем не менее, конечно, интересно, что там дальше. Вот, ищешь какие-то там... Ну, не хотел бы сказать, что ищешь какие-то там стимулы, ну, просто живешь. Процесс жизни, он приносит какие-то... свои интересные вещи. Вот, я продолжаю все те же упражнения, все то же, и что, будем говорить, радует. Вот я тут занимаюсь с 8 килограммами, разминаю плечи. Я уже рассказывал, что на 65-м году, особенно на 64-й, 65-й год, это были какие-то такие года, когда, знаете, был, можно так сказать, какой-то беспросвет. Плечи болели, спина болела. И как-то жизнь была не в радость. Не в радость, но тем не менее, вот надежда умирает последней. Что-то мы ищем, что-то мы делаем. А именно, все должно было нормальненько быть, конечно, если бы я придерживался. Но всему, вот как бы сказать, все надоедает. Почему люди не занимаются там здоровым образом жизни? Я как-то вот Жванецкого послушал, Михаила, говорит, вот, жил там нормально лет там, ну, грубо говоря, до 50 примерно. А потом вместо жизни стал использовать здоровый образ жизни. То есть уже резервы исчерпались, уже необходимо
действительно следить за своим здоровьем, то есть нету того запаса жизненных сил, молодости, бесшабашности, когда ты можешь там все съесть, не спать, гулять там или еще что-то делать, ну короче. И при этом все тебе сходит с рук, все нормально. То есть время это закончилось. Наступают такие, знаете, наступает, как бы сказать, расплата за тот образ жизни, который ты вел. Начинают различные болячки. Особенно меня вот в это время донимали разные заболевания, но особенно это было с суставами. Суставы плечевые болели так, что я не высыпался, а ворочался с одного положения в другую всю ночь. И так продолжалось несколько месяцев, если не больше, все это, знаете, и какая-то как безнадега. Но тем не менее, вот тем всем занимался, с тяжестями этими. Потихоньку все болело, но я занимался. И вот смотрите, вот 20 килограммчиков я вот поднимаю. С больными плечами это было бы сделать невозможно. То есть где-то боли, те, которые были, остались позади. Со спиной тоже были проблемы, также осталось позади кое-что другое. Видите, я еще особо даже не краснею после упражнения. Ремешок застегиваем, делаем выдох. Пока еще застегиваем на те же отметины, проколы, которые были там 2 года назад. Еще, можно сказать, втягиваешь свое пузо, хотя у некоторых это еще большее пузо. Вот, и как бы сказать, продолжаешь заниматься. 20 килограммчиков даешь. 20 килограмм идут довольно-таки легко, как-то весь этот освоен, все это нормально делается. Может быть, еще поменьше поставить, чтобы все это, знаете, более плавно делать. Но вот плечи перестали болеть, локти перестали также болеть. И можно, вот хотелось мне, чтобы по 30 килограмм поделать все это. Сейчас я уже не знаю, надо мне эти гантели по 30 килограмм поднимать или не надо. Сейчас вот по 22,5. Тоже хорошо летят довольно-таки. То есть я вот сколько там по пятачку делал. Я так чувствую, могу их на 8 заколбасить легко и просто. И даже на 10. Ну просто, я говорю, потерялся какой-то уже смысл. Для чего? Что там где-то соревноваться, не соревноваться? Ну, радуешься тому, что ты можешь двигаться. Не знаю, какая-то ностальгия по всему этому. Вот я все тут продолжаю заниматься. Упираешься. Раньше так как-то упирался с охоткой, а теперь как-то, можно сказать, по привычке. Хотя чувствую, вот после особенно гравитационной гимнастики, которой я занимаюсь, вот появилось, ну, будем так сказать, больше силы, больше жизненности появилось. Можно упереться. Но, так будем говорить, стимула как-то уже особо нету на то, чтобы ты уперся. Что-то там такое сделал. Итак, застегиваемся. Вес готов. Атлет готов.
И уже будем поднимать гантельки по 25 килограмм. Видите, там я там. По 25 килограмм, конечно, меня так придавили хорошо, особенно с первого раза. Потом как-то раскочегарится, ничего идет. Опять-таки, никаких ощущений неприятных в суставах плечевых, локтевых или еще где-либо не было. Это, конечно, радует. Это радует. И, возможно, я сейчас вот посмотрю на себя. Может быть, и не надо вот на такие веса идти, а просто-напросто взять там килограммчик до 20 и так колбасить по 80 раз, знаете, так плавненько, с чувством, с толком. А тут приходится напрягаться, будь здоров. Все связки работают, все тут суставы. А тут еще под лопаткой возникла, под правой лопаткой боль, которая что-то долго слишком не проходит. Бывали у меня разные боли, все проходило. Ну вот, пока что-то эта боль держится. Следующее упражнение у меня 4 подхода, вот таких вот отжиманий. Я в этом деле как-то не особо у меня она идет, но тем не менее я стал отжиматься. Для меня намного лучше. Возможно, там добавим веса, допустим, колени подогнем, чтобы все это с весом было. Ну и наконец-таки вот я все иду к 80 килограммам. Вот это, так сказать, основные у меня. Это жим лежа. Жим лежа у меня слабое упражнение, но вот 40 килограмм попробовал, я ее практически не чувствую. Штанга просто-напросто летает, 40 кг. Но надо размяться, надо размяться. Вот я разминаюсь. Разминаюсь по привычке. Как-то, знаете, вот было в свое время поставлено задача вот освоить эти 80 килограмм, чтобы ты их сжал там разов по 6, в подходах в 5. Хотя уже я их раньше и сжал. Вот. Ну, в смысле, вот совсем недавно сжал. Ну, потом все как-то разладилось, особенно после поездки в Прагу в том году. Ну, и пришлось потихонечку опять все возрождать. Вот 60 килограммчиков я начинаю делать. Тоже тут же вес полегчал значительно, их пуляешь. Ну вот, я говорю, как-то возникло такое вот чувство, для чего, зачем что-то уже тебя особо не вдохновляет, ничто там для фигуры там или там еще для чего-то. Вот делаешь как-то уже по привычке. Раз программа запущена, значит, ее желательно бы выполнить. Конечно, мне интересно, вот так вот, до какого возраста я смогу прогрессировать. Вот теперь уже поставил я вес, начал, знаете, 70 килограмм, после 60, 71, 72. Сейчас уже у нас вес 76 килограммов. Я подошел, так сказать, к этому весу. Не стал пробовать 80, думаю, знаете, возьму его измором. Надо ли брать измором, не знаю, но вот я это дело делаю. 76 килограмм подавились довольно-таки нормально. Я мог бы раза на два, на три больше сделать, но тренинг есть тренинг, важна регулярность. И хорошо, что все это вот растет. Все это растет. Напомню, что я еще
занимаюсь этой гравитационной гимнастикой для раскрытия творческого потенциала, а попутно для того, чтобы возросшая энергетика навела порядок в теле пожилого атлета. А это я показываю урок гравитационной гимнастики, где я 180 на 2 раза отжимаю. Вообще-то удалось так 190 сделать. То есть сила возросла, мощь. И это, естественно, отразилось и на моем жиме лежа. Итак, 76 килограмм, пошел, поехал. Давится приятно, с толком, с чувством, это хорошо. Вот я закончил. Еще один подходик будет. Вот я сразу же тут, естественно, где-то я делаю два кружка по вот этому вот спортзальчику своему. Сколько там это минут? Минуты, ну, может быть, три, ну, четыре. И пошел очередной подход. Вот так вот, вот, вот я его колбасю. Да, если ты поставил цель, желательно ее как-то выполнить. Поднимает самооценку. Видите, даже лицо у меня особо не краснеет, как раньше. Ну и заключение. Это упражнение на живот. Я тут на блоке. Вес 47 килогерц. И я делаю три подхода заключительных. Думал два сделать, сделаю три. Ну, вот возможно на живот, можно и побольше. Смотрю на свою тут поясницу, спину и радует. Вот радует то, что применяю вот такие вот нагрузки. Казалось бы, они должны все там переломать, сломать. А они наоборот... Благодаря тому, что именно вот такие небольшие движения и правильные углы, они позволяют вызывать в организме огромные энергии, которые начинают нас восстанавливать. И невольно, пройдя вот эти все эту физиологию, думая, ага, там питание, там главное, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И понимаешь, что все-таки самое главное – это энергетика. Будет у тебя и мощная энергетика. Научишься ты вот ее вырабатывать в своем организме, и будет совсем другое. Ну вот, заключительно так, я так посмотрел на себя, значит, на свое пузо, видите, кубики пресса. Вот, так вот, ну, богатырь, богатырь.